Ну а вот уж кому засуха не страшна, так это арбузам. В любую жару они только наливаются. Их мощная корневая система достигает в длину несколько метров и качает воду, словно насос. Арбузы на Урале выращивают давно, но скорее забавы ради. Вот он, типичный уральский плод, граммов, ну, 300, не больше. Но, однако, в этом году тот, кто решил взяться за бахчевые, действительно не прогадал. Убедилась в этом Дарья Манохина. Ну-ка, на, ты взвесь. С каждым днем взвешивать свой урожай Надежде Валентиновне все тяжелее. Этим летом арбузы в ее теплице, расположенной в поселке Костоусово в Рижевском районе, выросли не хуже кубанских. У нескольких вес подбирается к 4 килограммам. В прошлые годы, говорит садовод, ее бахчевые едва дотягивали до одного. Поэтому приходится в сетках. Вот. Чтобы куст-то не поломался. А то у нас уже один умер. Так. Упал. Обломился. Садоводы не нарадуются не только весу арбузов, но и их количеству. 7 плодов уже наливаются, еще пара десятков только начинают зреть. И это при том, что тепличных условий бахчевым на участке не создавали. Все лето двери держали нараспашку. Здесь в теплице даже вот с открытыми форточками было 50 градусов. Под 50. Ну вот сейчас вот мы смотрим, вот термометр здесь. Здесь 38 градусов. Свердловские селекционеры говорят, в этом году на Урале впору выращивать не только арбузы. Хороший урожай могли бы дать и дыни, и виноград. Столбик термометра вырос так же, как в Краснодарском крае. Много солнечного тепла – это решающий фактор для южных бахчевых культур, таких как арбузы, дыни. Вот это и сыграло важнейшую роль. Супруги Кропотухины на садовом участке пока едят среднеазиатский арбуз. Свои рижевские они будут снимать в конце августа. По расчетам хозяйки, к этому времени в размерах арбузы увеличится еще вдвое. Да я думаю, наши вкуснее будут. Наверное. В свою теплицу Кропотухины теперь водят экскурсии. Местные жители и дачники ждут не дождутся, когда на уральские арбузы можно будет не просто смотреть, но и наконец их попробовать. Это три, вон. Кропотухины обещают, как только арбузы поспеют, они обязательно устроят в Костоусово дегустацию. Хотя бы по кусочку достанется каждому жителю поселка. Дарья Манохина, Геннадий Бахарев. Новости 41-го канала.